Всем привет! Как всегда, наш фирменный, большой и горячий. И с румяной корочкой. Как ваше настроение? Позитивное? Творческое? Хрюш, а ты как? Я? Да просто отлично! У меня все клубнично. О, ух ты, новые стихи. Это вкусные рифмы. Смотри, беру половника я. И чтобы всех взбодрить с утра, я слово сделаю предметом, чтобы был у нас кусочек лета. Отлично, клубнично, мое желание лично. Вот. Клубника? Да. Здорово. Ты нас угощаешь? Ну, можно так сказать. Клубнику эту надо взять и что-то сделать с ней. И поскорей. А то сладкого хочется уже не могу как. Это не в рифму, знаю, но уже не имеет значения. Я устал сочинять. Вы меня поняли? Давайте уже готовить все. Спасибо, это было очень смешно. Да. Ладно, раз у нас есть клубника, то мы можем приготовить... Что? Что? Клубничные конфеты. Как вам такой вариант? Идеально! Знаете ли вы, что конфеты из фруктов появились намного раньше, чем привычные всем шоколадные или карамель? Это действительно так. Первыми конфеты из инжира и фиников стали делать древние египтяне. Сухофрукты перетирали в каменных ступках, добавляли мед и лепили небольшие шарики. Позже к этому рецепту стали добавлять орехи, мак, кунжут, кленовый сироп. Такие сладости были очень полезными и долго хранились даже в жарком климате. Итак, ребята, конфеты из клубники. Да, нам понадобятся формочки. У нас вот такие, как для маленьких кексиков. И кое-что из продуктов. Совсем немного. Клубника у нас уже есть. Есть. Теперь нам нужно кокосовое масло, творожный сыр и ванильный экстракт. О, это мы запросто. Половничек давай. Отлично. Да? Ну что, приступаем. Рецепт элементарный. Даже не нужно записывать. Просто по очереди добавляем в чашу блендера все ингредиенты. Сначала делаем пюре из клубники. Высыпаем ягоды. Закрываем крышкой. И превращаем все в пюре. Так, теперь добавляем творожный сыр. Кокосовое масло и выливаем ванильный экстракт. И снова включаем блендер. Все. А сахар мы добавим? Ну, вообще... Если покажется, что не сладко, то можно добавить любой подсластитель. Но мы ничего добавлять не будем. Ну вот. Понял. Ну ничего, попытка была неплохая. Так, все. Нам остается только разлить клубничную массу по формочкам и дать застыть ей в холодильнике. Готовить клубничные конфеты намного проще, чем может показаться. Надо всего-навсего измельчить клубнику в блендере, добавить сливочный сыр, кокосовое масло и ванильный экстракт. Перемешать, разлить по формочкам и отправить в холодильник для застывания. Наши конфеты готовы! Инна, спасибо! Ты исполнила мое личное, загаданное желание клубничное. Я бы съел... Все махом, но буду приличным. Тебе предложу и друзьям по штучке. Шутка. И на сегодня я с рифмами все. До свидания, ребята. Скоро будет рецептов и еще. В смысле много новых. Главное, не забывайте смотреть нашу программу. Да-да, чао-какао.